Встречи с жителями в формате выездной администрации проходят во всех микрорайонах городского округа. На этот раз глава Люберец Владимир Волков вместе с профильными заместителями ответил на вопросы жителей поселка Вуги. Какие обращения взяли в работу представители власти, узнаем в следующем сюжете. Я живу в поселке город Люберцы, поселке Вуги, дом 13. Я хочу... Пришла с таким вопросом. Был гололед, и сломали крышу, когда били лед, и повредили сетку. Ну, такой вот от мух, в смысле. Вот. Но дело в том, что мы сейчас написали заявление, в ЖКХ написали. Я разговаривала с главным инженером. Он мне пообещал, что они сделают это. У меня вопрос по нашему поселку. Я живу здесь с 52-го года. Дороги почему-то стоят фуры. Почему они стоят? Люди сейчас квартиры снимают, и вот эти рабочие, они ставят свои фуры. Нам даже прогуляться негде. Вопросов много, они разные, но каждый по-своему важен. Все обращения, которые поступают на таких встречах, моментально берут в работу. Жители дома в Панковском проезде обратились напрямую к главе городского округа Владимиру Волкову. Недавно в их доме стартовал ремонт фасада. Жители переживают, как он будет проходить. Договорились, что на следующей неделе я обязательно выйду, и мы встретимся с подрядной организацией. И они сами расскажут сроки, понимание проекта, какая будет цветовая гамма, чтобы не было никаких секретов. Наряду с представителями местной администрации на вопросы жителей отвечал заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский. Большое количество обращений связано с ремонтом третьей поликлиники. В настоящий момент мы этим занимаемся, разрабатываем медико-техническое задание для того, чтобы в ближайшее время, ну это уже 25-й год, включить в адресный перечень. Вопросы к представителю министерства коснулись также оказания медицинской помощи на дому, записи к узким специалистам и направления на бесплатное лечение в Москве. Луиза Игиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.